Очередной объезд совершил руководитель районной администрации Алексей Валов. На этот раз в центре внимания районного руководства оказалось предприятие Щелковского района ПК «Пластпрофиль». Организация занимается изготовлением пластмассовых изделий, необходимых для отделки внутренних помещений. Номенклатура организации включает в себя свыше 10 тысяч наименований товаров. Уголки, плинтуса для керамической плитки, для электрических этих проектов, кабельные короба, гофрошланги и так далее. Вся продукция, которая представлена в СНГ и в Европе, производится здесь. Деятельность организации направлена на замещение импортных товаров на российском строительном рынке. На предприятии работают почти 200 человек. Производство деталей ведется на современном оборудовании. В скором времени здесь откроется еще один производственный корпус. Уровень очень высокий. Я много видел в своей жизни и вижу, что уровень очень высокий. Вот в нашем родном Щелковском районе есть такой уровень, когда люди создают станки и оборудование, ну, практически, которое, ну, аналогичное самым ведущим предприятиям Японии и других высокоразвитых стран. Хочу поблагодарить вас за ваш визит в нашу компанию. Именно такой день для нашей нации знаменательный день. И хочу сказать следующее, что Россия была одна из стран, которая приютила очень много армян. И мы как бы это прекрасно понимаем и стараемся делать все не только для себя, а для всего, значит, народа российского. Российский народ – это как бы это моя большая родина. Мой дед воевал, отдал свою жизнь за СССР. Алексей Валов выразил соболезнования в связи со скорбной датой. 1,5 миллиона армян было уничтожено, да, не убиты, уничтожены. Да, поэтому мы склоняемся перед памятью погибших. Дарья Соснегова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».